Сегодня в Казани вновь пройдут сельхозярмарки. Поторопитесь, это в предпоследний раз в этом году. Производители завезут овощи, крупу, муку, сахар и молоко. Отовариться по доступным ценам можно на 5 организованных площадках. В агропромпарке «Казань» в Дербышках, на улице Адарацкого перед Новосавиновским рынком. Загляните на Дементьева 39 и Кулахметова 31. Там тоже организуют торговлю.